Всем, всем привет! У нас новый день, новый влог. Мы сегодня с Ваней и с Мариной едем в детскую поликлинику. Да, я иду, иду. У нас сегодня прошел дождик, на улице свежо так стало. Иду, иду, сынуля, иду. И мы поехали в поликлинику за справками. Нам дали 2 места в садике. Поэтому идем. Все, ребят, приехали в город, идем в детскую поликлинику. Вот здесь у нас находится детская поликлиника. И Ванюшка со мной идет. Да, Ванечка? Ванечка давно не выходил никуда, так боится посторонних тети, дяди. Хныкал в автобусе сидел. Ладно, идем за справочками, а потом прогуляемся по магазину. Ребята, мы уже приехали с больницы. Сейчас покажу, что купили. Так, это выкинуть пустые коробочки. Это я детям брала. Сок они пили. Тут аж 5 коробочек. Дальше. Взяла в магните зубную пасту. Сейчас. Иди к Свете, Света поможет. Ой, господи. Она купила еще? Иди снимай. Нет. Иди на, уноси. Дальше потом Ваня себе вот такую вот машинку схватил, истерику закатил в магазине, поэтому пришлось взять. Дальше, дальше, дальше покажу. Это раскраски вот такие вот. 3 штуки разных. С мишкой, потом вот цыпленок и ежонок. Марине, Ване и Оксане. Разделим. Что и... Так, прошу извинения. Дальше взяли мыльные пузыри по 19. Завтра Марина идет в садик, и у нее резиночки очень плохие. Поэтому мы взяли вот такие вот 2 пары разных резиночек ей в садик. Дальше Света себе взяла вот такие вот носочки. Не капроновые, а такие носочками. А я себе вот такие взяла. Дальше взяли Мариночки в садик вот такие вот носочки. Светленькие, то у нас носков уже нету. Все уже, ребята, представляете, все. Так, еще одни мыльные пузыри, тоже по 19 рублей. И самая моя грандиозная покупка, я купила себе кастрюлю. Стоит она 1099, вот с такой вот металлической стеклянной крышкой, и вот такая вот она. Объем у нее, по-моему, 5 литров. Не знаю точно. Потом посмотрю. А, тут еще он детям покупки. Это вот эта вот мамбу взяла. На, раздай всем понемножку. Дальше взяли батон. И 3 булки черного. Так, женские штучки убираем. Мочалка взяли, потом Света попросила салфетки такие где-то что-то ей обтирать, мыть. Иди, пожалуйста, туда. Дальше какао Светик сказала взять. Взяла крышки, чтобы делать консервацию на зиму. Здравствуй, Илья. Здравствуй, Илья, говорю. Потом взяли вот таких вот спагетти, штук, наверное, 10. И взяли вот таких вот 3 штуки. Тут дальше все спагетти идут вот в этом пакете. Все, вот такие вот все у меня покупки. И взяли мы справки в садик. Завтра мы идем в садик. Ребята, всем еще раз здравствуйте. Говори здрасте. Сегодня у нас, вы как знаете, у меня Маша вышивает. И сегодня у нее пришли ей подарочки. Расскажешь, Маша, что это? Салбатки. Да, Маша как-то попросила меня заказать ей вот таких вот салбачек вышить. Чем они, Маш, тебе понравились? Можешь рассказать? Они легкие, красивые. Да, они легкие. Она как объяснила, мама, они будут легко вышиваться. Она мне просила одну, да, Маша, заказать? Я взяла и всю серию почти заказала. Вот у меня вот такая вот собачка. Показывай дальше, Маша, какие собачки. Выше. Вот и вот.
И теперь у нас дилемма. Напишите в комментариях, какую вы хотите собачку, чтобы Маша первую начала вышивать. А мы будем ждать. Вот смотрите собачек и напишите. Все? Да. А тебе Маша сама нравится? Ну, опускай ниже. А какую ты бы хотела первую вышивать? Вот посмотрев на этих. Эту, да? Но мы не будем подписчикам говорить, какую ты бы хотела. А подождем результат от подписчиков, хорошо? Ты довольна? Теперь нам осталось с тобой подобрать ниточки. Что, будем подбирать? Пойдем подбирать нитки. У нас, ребята, вечер. Решили мы сходить взять свеклы, чтобы приготовить салат. Огурцы подвязали уже, как видите, в парнике. Паласы будем стирать. Сегодня целый день дождик. И прям вообще погода нехорошая. У меня из-за этого состояние какое-то не такое. Ну ничего. Нормально, бодрячком. Ой, ребята. Завтра Ваня с Мариной в садик пойдут. Сейчас, пока их не будет, мы по полной беремся делать ремонт. Окна так нам все еще не привезли. Сегодня муж должен прийти, сказать, как и что там насчет окон. Что известно, что неизвестно. Вообще, меня уже просто нервоз берет по всему этому поводу. А спросила ведь убрать вот это. Ладно, идем в магазин за свеклой. Так, ребят, пришли опять с магазина. Да, опять пришли с магазина. Ребятки что-то это сварить хотели, свекольный салат. Но оказалось, что в магазине свекла очень плохая, просто ужасная. Поэтому я только две свеколки взяла. Но в целом, сейчас покажу, что купила. В первую очередь взяла яйцо 10 штук. Света что-то хочет постряпать. Не знаю, что она опять надумала там. Потом чиабатта 3 штуки взяли. И сейчас покажу остальные покупки. Света попросила сыр, и они делают бутерброды. Потом взяли немножко помидорчиков. Немножко огурчиков. Вот такой сегодня будет салат из помидоров с огурцами. Ну, раз свеклы нет, то что теперь поделать? Я взяла свеклы, вот две штуки более-менее, которые нормальные были. Сейчас сварю в новой кастрюльке супик. Потому что суп у нас весь закончился, надо сварить, чтобы стоял, чтобы было что поесть детям. Дальше лук. Небольшую, совсем небольшую свежую капусточку взяла для борща. Да, Мариночка? И Света попросила сгущенку. Что-то она будет стряпать, не знаю что. Потом увидим, что она постряпает. Вот такие вот все у меня покупочки были. Так, ребята, начинаю готовить. Уже нарезала картошку, свеклу, лук, морковку. Сейчас еще нашинкую капусту. И буду варить борщ. Поставила уже бульон с курицей вариться. Помыла кастрюлю новую и в ней поставила варить. Достала огурцы, достала помидоры. Сейчас еще сделаю на ужин салат. Вот такой вот сегодня у нас будет ужин. Там у меня еще с обеда рожки оставались. Хочу их обжарить с яйцом и с чем-нибудь еще, может. Ну, сейчас посмотрю, что найду. Там у меня, по идее, тушенка есть еще. Но яйцо с тушенкой не сочетается. Но что-нибудь придумаю их, на все равно доесть жалко выкидывать. Так, дети распечатали вот такой вот новый чай. Они любят у меня вот такой вот тесс, разные вкусы. Это нынче мы брали. У меня видео, к сожалению, почему-то формат не получился. На ноутбук я пыталась скачать. У меня он тоже не показывает ноутбук. Поэтому удалила полностью. Это мы нынче покупали там 3 вида чая тесс. Третий, не знаю, где уже, наверное, выпили. Его там было вот такие вот два. И еще один был вид чая. И кружка в подарок шла. Не знаю сейчас, где она. Где-то ребята, наверное, пьют из нее, потому что на полочке ее нету. И вот они очень любят вот такой чай. Я иногда... Я знаю, что он, ребята, дорогой. Мне сейчас многие напишут, зачем такой дорогой чай покупать. Но ребята любят, поэтому я иногда покупаю. И хотела показать еще кое-что. Смотрите, помните, мне Верочка дарила с мужем цветок, розу? Смотрите, я обрезала, и на нем листочки пошли. Поставила корешочки в воду, в водичку постоянно меняю. И вот на одной штучке пошли вот такие вот два отростка.
Очень надеюсь, но корень, хотя он не дал еще. Очень надеюсь, что корешок даст. Вот в целом пока так надеюсь вырастить, и чтобы у меня дома стояла роза. Напишите вообще, реально вырастите из такой розы домашнюю или нет? У нас погода сегодня, вроде солнца нет, дождь льет целый день, гремит целый день, но знаете, духота невыносимая, просто душно. И тяжко. Ладно, буду шинковать капусту, мыть огурцы с помидорами и делать салат. Потом вам все покажу. Все, ребята, приготовила салат. И у меня уже готовится... Хотела борщ приготовить, получились овощи тушеные. Сейчас покажу. Видите, ребята, у меня борщ получился очень густой. Но сейчас, по идее, капуста еще уварится, он не будет такой густой. Потому что капусту я только добавила. Ну и в целом готовим.